Привет всем! Здорово! Здорово, зрители! Здорово, чатеры! Здорово всем! Мы возвращаемся в Tiny Rogues. У нас снова бета-ветка. Новый патч с возвышениями. Он так хорош! Возвышения реально классные. Прикольные эффекты добавляют. Так, у нас есть 800 душ, и мы должны были открыть новое возвышение. Давай вот что-нибудь здесь анлокнем. Я не знаю, что мы... Окей, смотрим. Смотрим, какие эффекты. Каскадная боль добавляет еще один бой на каждый этаж. Комнаты накладывают на тебя проклятие. Что? Каждая комната накладывает проклятие или одно проклятие за этаж? Тяжесть. Минус 2 слота инвентаря. Но это не очень страшно. Охранники. Боссов сопровождают 2 автоматона. И потом автоматоны еще во второй фазе приходят. И несправедливая несправедливость. Некоторые двери будут с шипами. Шипы наносят пол сердца урона, когда ты через них проходишь. Офигеть! Вот это жесть. Хорошее возвышение. Это окей. Казино будет сегодня интересное. Так, в прошлый раз играли за волшебника. И у нас волшебник получился милишником. Давай сегодня возьмем лучника. Тогда. Ради разнообразия. Ну, лучник прикольный. Лучник так хорош. У него прикольный этот плащ особенно. Окей, плей. Делаем ставки. Да, делаем ставки. Пройдет ли стример забег на 8 возвышениях? Сразу на 8 возвышение. Прямо без лишних разговоров. Окей, лучник. У нас через ловкость играет. И давай посмотрим стартовое оружие. Маленький инвентарь, да? Скелется от силы и ловкости. Ну, много луков, которые мы встречали, скелется от силы и ловкости. Поэтому знаешь что, пошли за силой. Сила хороший старт, по-моему, универсальный. И опять же, это не я придумал. Это мне подсказали зрители, что сила... Каждые 10 силы дают одно сердечко, что очень выгодно. Окей, у нас есть 3 ключа, ключи пока не надо. Пойдем за золотом. Я точно не хочу апгрейдить стартовый лук. Первая очередная задача — сразу найти новый лук. И это решит множество проблем. Но ловкость и сила пока что в приоритете. Наш скейл, наши статы. Окей, бомб нет, пошли за бомбами. Пока не вижу шипов на дверях. Я надеюсь, что всегда будет возможность... выбрать дверь без шипов. Что нас не заставят получать урон. Интеллект точно переоценен. Делавер, спасибо за подписку. Спасибо за 7 месяцев подписки. У нас сегодня донаты и оповещения забагованы. Поэтому это не отобразилось оповещение о подписке. Ну, спасибо тебе огромное. Окей, интеллект нам не нужен. Мозги переоценены. Меньше думаешь, лучше спишь. А вот и мясо с шипами. Ну, блин, и теперь надо думать. Так-то мясо автопик. Но стоит ли половинка сердца? А мы должны пройти без урона этаж. И мы получим лечение, когда повысим уровень. Окей, пошли шипастое мясо есть. Съедим ежа. Ням-ням-ням-ням-ням, вкусный еж. А мы получаем сердечко, когда повышаем уровень, так что все нормально. Rampage дает 5% урона, когда завершаешь комнату. Сбрасывается каждый этаж. То есть за каждую комнату перед боссом ты получаешь бонус к урону. Но это по большому счету бонус к дэмэджу на боссах. Причем такой хороший. Где-то по 8 комнат на этаже. Летальность. Плюс 125% мультипликатор крита.
Первый, я второй. Чат, вы здесь? Чат, вы меня слышите? Вернулись? Окей. Баги Твича. Твич вылетает. Окей, все хорошо. Это проблемы на стороне Твича. Все, мы переподключились. Даже за 5 секунд. Даже не пришлось полчаса ждать переподключения. Кайф. Так, что мы тут закончили? Ага, летальность усиливает криты. Я так и не понимаю, от чего криты скейлятся. По-моему, от силы. И бузер. Короче, алкаш. Стаки бухла теперь перманентные. Оно добавляет плюс 8% за стак, по-моему, к урону. Имба? Давай его возьмем. Надо только таверну теперь найти. Пошли за золотом. Нам нужно много золота. По-моему, ты в таверне пьешь, получаешь 8% бонус к урону на 5 комнат, что-то такое. Я пойду еще за золотом тогда вместо ключей. Но если это до конца забега, за каждое посещение таверны, вообще крутяк. Воу, проклятие. А, вот и комнаты с проклятием. Окей, интересно, возвышения классные. Так, либо жадность, проклятие жадности, минус 10% к находимому золоту. Либо наглость, 5% увеличение здоровья врагов. 5% это ни о чем. Берем. Я имею в виду, это 5%. Конечно, я понимаю, что эта штука будет стакаться, да? То есть у тебя 10 этажей, 10 по 5% будет 50%. Но все равно. Окей, ботинки или аксессуар? По-моему, у нас есть ботинки. Нет, у нас ни ботинок, ни аксессуара. По ощущениям, хорошие... Есть имбовые ботинки, которые дают полсекунды бессмертия после рывка. Попробуем их выбить. Опа, автоматоны. Так, ну зашибись, теперь еще на каждом боссе все миньоны с кучей хп. С защитой, у них броня. Может их игнорить проще и сносить босса? По-моему, у босса меньше хп, чем у автоматонов. Реально. Первая фаза без проблем. Еще автоматоны! О, нет. Окей. Они на каждом... Интересно, если не снести на первой фазе, будет ли 4 автоматона? Или все равно будет 2 автоматона? Может, их надо игнорить? Мне очень не хочется проверять, когда казино и ставки сделаны. Но... По-моему, хорошая тактика сносить одного, а потом выносить босса. Один вроде не особо мешает. Насколько приятнее уклоняться, когда у тебя весь экран не заспавлен магической фигней. Charcoal Pine Resin. Этот, намазка на оружие. Ботинки вора. Плюс 10% крита после уклонения. Ну, такое. Сколько у нас сейчас крит? 5%. Походу крит не скейлится от силы и ловкости. Или может 10 надо набрать. Окей, мы идем за силой, мы будем качать силу. По-моему, еще Луркер говорил, что количество выпивки в таверне, которую ты можешь выпить, привязано к максимальному здоровью. У алкоголя максимум стаков равен количеству красных сердец. Пространственно-временной континуум сломался? Луркер говорил это через 10 секунд после того, как я об этом сказал? Что ж.
этим перком надо брать кучу силы и перк на плюс 2 сердца. Ну, ошибка в матрице случилась, по-моему. И мы хотим золото взять, я думаю. Спасибо за донат, Луркер. Но ты это, пространственно-временной континуум положи, где взял, а то у нас так проблем много в этом мире. Еще там нам не хватает, чтобы ломалось пространство и время. Окей, мы идем в таверну. Окей, привет. Купить пиво? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Плюс 10% урона перманентно. Круто. Ну это вообще имба. А если я больше куплю? Я набухался и наблевал. Окей, я понял. Все как в реальной жизни. Старичок какой-то. Маг. Хочешь ли... Я куплю души за золото. 500 душ за золото? Не, у меня все нормально, а ты кто? Эй, у меня есть для тебя сделка. Я тебе продам незаконные части для оружия за 30 золота. Незаконные части для оружия нужны, чтобы загрейдить стрелковое оружие. Типа, не луки, а пистолеты всякие. На плюс 4. Не надо пока что. Окей, мы пойдем за оружкой. Давай купим лечилку медсестры и пойдем сюда. Окей, дубинка бьет от силы. Мини-би. Мини-пчела. Накладывает плюс 1. Накладывает яд. И алебарда, ловкость, сила. Мы уже брали эту алебарду, ломает броню она. Давай пчелу возьмем. Потестим. Мы вроде не тестили пчелу. Окей. И нам нужна сила. Йоу, она быстро стреляет. И накладывает яд. Прикольно. Окей, пчела хорошая. Ням-ням-ням-ням-ням, ловкость. И бомбы кончились, нам нужны бомбы. Правда, пчела не скейлится от силы, но пока пойдет. Я не думаю, что нам будет оружие до конца игры. Хотя, опять же, урон мне нравится. Сейчас точно пойдет. Окей, нам нужно еще золото. Потому что мы будем покупать всю выпивку в игре. Смотри, яд еще и стакается. Типа, чем больше стаков яда, тем лучше. А, я хочу взять бомбы, но ты не пропускаешь силу. Может, у нас получится лучник на ближний бой, я не знаю. Почему мини-пчела лучше, чем миниган? В прошлом забеге был миниган, и он был такой трэш. Магазин или ключ? Я не хочу деньги в магазине тратить, но вдруг здесь что-то прикольное. О, кинжал ниндзи. Так. Это ближний бой, но ДПС огромный. 275-300 урона. Дальность маленькая, 70. Бонусный мультипликатор крита. Больше урона критами наносит. Это билд на криты, а у нас шанс крита 5%. Чё-то трэш. Жезл спектрального оружия. Ботинки на скорость движения. Но у нас уже есть ботинки. Лук какой-то есть, просто длинный лук. Сила, ловкость и все. Просто качается от силы ловкости. Фигово качается. Но у нас, конечно, сила есть. Варлок, если смотреть по таймингам, ты Тини Ругу залил уже на этом стриме. Что? Чего? А, не знаю. Давай попробуем кинжал.
Тёлки с Кейл Силы. Я не хочу ничего покупать. Не-не, я передумал. Мы не будем ничего покупать. Мне ничего не понравилось. О, вот это проклятие. Минус одно максимальное сердце. Это очень плохо. Страх на 5% меньше скорость движения. Давай возьмем. А я имею в виду, минус одно сердце, у нас останется одно сердце. Это ваншот на боссе. Я не хочу ваншот на боссе. Окей, нам нужно оружие. На YouTube. Я не понял вопроса. Что значит, залил ли это Тинерогу на YouTube? Да, мы на YouTube закидывали этот. Уже несколько серий по Тинероге вышли на YouTube. Окей. Автоматоны бесят. Но, как ни странно, у них нет иммунитета к яду. Что очень хорошо, что у нас есть ядовитое оружие. По-моему, броня им не помогает от яда. Блин. О, пришло оповещение про Делавера, который полчаса назад подписку оформил. Спасибо еще раз, Делавер. Я хочу вынести автоматона. Что мне подсказывает, что автоматоны будут большой проблемой на более сложных боссах. Оно и сейчас уже не сахар. Я отвлекся. Мы потеряли воскрешалку. Я отвлекся, опять я испугался красного глазика. Было бы очень хорошо, если бы на второй фазе босса вокруг тебя не летал красный глазик и не отвлекал тебя. Порошок починки ремонтирует броню. Опа. Плохой твиншот кроссбоу. Двойной арбалет, но он испорчен, у него минус 5% к урону. Мы его все равно попробуем. Он стреляет по 3 выстрела, а потом идет на перезарядку. Автоматоны становятся сильнее с этажами? А думаю, да. Окей, алтарь крови. Наносит урон. Но дает награду. Давай попробуем. Мы можем не брать, если награда плохая. Окей. Пчела намного лучше, чем этот арбалет. Верните мою пчелу. Арбалет трэша. Арбалет полной бесполезности. Мне нравится билд на яд. Мне очень нравится билд на яд. У меня в Pass of Exile билд на кровотечение. Дает 3 Power Shard. А, и мы получим уровень и сразу это сердечко отлечим. Power Shard дают тебе левелы. И когда мы повышаем левел, нам сердечко возвращают. Так что имба. Так, 25% больше урона по противникам на большом расстоянии. На расстоянии 80, что бы это ни значило. Интересно. На 10% беспощадность. На 10% больше урона за каждое отсутствующее сердце. Это для нас не очень подходит пока что. И баллистика. 20% шанс выстрелить второй раз дальнобойными атаками. О, по-моему, это типа 20% бонус к урону, да? Второй имба, если собрать 10 сердец. Ну да, у нас пока 2. По-моему, лучше взять баллистику, просто и со вкусом. Никаких минусов и условий, берешь и такой стреляешь, и оно работает. Настя, давай, удачи тебе. Выздоравливай. Пошли за ловкостью. Но оно, конечно, технически не 20% к урону, но
образно, если ты стреляешь в цели, твои выстрелы попадают плюс-минус, то будет 20% бонус к урону, потому что будет 20% выстрелов. Ты сделаешь еще один выстрел, и в итоге это выйдет примерно в бонус 20%. У нас все еще нет бомб, но это плохо. Очень плохо. Надеюсь, эти штуки больше не появятся. Я так хорош. Пчелы против пчел. Мы стреляем не пчелами, а жалами от пчел. Окей, еще один алтарь. Ну пошли, если алтарь опять даст эти пополнялки уровней, повышалку уровней даст, если алтарь, то мы будем счастливы. Потому что опять до уровня единичка, и мы сразу полечимся. Три камня заточки. А вот это уже другое. Три камня заточки можно будет сразу заточить на плюс 3 пчелу. А вот это уже интересный вопрос. Нужно ли нам такое? За одно сердце. Стоит ли оно того? Типа это 60 золота. Технически. Но практически останется одно сердечко. Нужно? Новый чатер. Скут говорит, нужно весь урон. Окей, хорошо. Все, плюс 3. И одно хпшка. Добро пожаловать, новый чатер. И не говорите, что я трус. А я имею в виду, урона стало много, а? Может, мы с этой пчелой еще будем 3 этажа ходить? В таком случае, да. Таверну бы. Окей, мы идем за силой. Если мы проживем эту комнату, мы возьмем силу, пополним уровень и полечимся. Поги! Никаких минусов. Скут был гением. Недооцененным. Варлок, вы играли в Inscription? Да. На ютубе прохождение есть. Так, Динамо. 25% увеличение скорости атаки, если вы недавно перезаряжались. 25%... Увеличение скорости перезарядки, если вы не перезаряжались. Ух ты. Так. Пчела перезаряжается. Слушай, ну это очень большой бонус к ДПСу пчелы будет. Или шарпшутер, бонусный урон на дальность. И знаешь что, давай мне это динамо. Будем делать билд на пистолеты. Тогда нам любые пистолеты намного выгоднее, чем... Пистолеты намного выгоднее, чем луки получится. Ну и хорошо. Мы еще не играли через пистолеты никогда. Мы играли немножко, но они мне не понравились. Но теперь пчела вообще стреляет быстро и перезаряжается быстро. Магазинчик. Ну пошли в магазин. Плюс 3 интеллекта. 2 ключа за 12. А мне нужны, не нужен интеллект. 22 золота за 3 интеллекта. Это дорого. Давай купим 2 ключа на запас. Пойдем сюда. Золотая статуя. Тронуть ли золотую обезьяну? Трогай золотую обезьяну.
Мы получили плюс один ко всем статам, но нас прокляли? Какое проклятие? Какое проклятие? Чат, как посмотреть проклятие? Она чем-то прокляла меня. Ну ты, блин, обезьяна. Можно еще ее потрогать? Нет, ну это понятно. А вон там висит плюс один. Нет, плюс один ко всем профишенсам. Йоу, по-моему, это скейл. Плюс один ко всем скейлам. О-о-о-о. Это даже круче, чем один ко всем статам. Жесть. Теперь Б плюс скейлу пчелы. И скейл от силы тоже будет лучше. Крутяк. Так. Вина. Минус одна бомба в комнатах. Или отчаяние. 10% увеличивает... Уменьшает скорость регена маны. Окей, мы ману не используем, поэтому, наверное, автопик. Подожди, что это только что было? На мне только что высветилось какое-то проклятие. А, это то, что из этой комнаты. Все нормально. О, блин, половинка урона, если возьмем оружие на боссе. Ну и что, не так уж мне нужно это оружие. Пчела пока что рулит. И она заточена. Давай мне аксессуар. Аксессуара у нас нет. Оп, кстати, о пчелах. Привет, пчела. У меня для тебя есть кое-что знакомое. Пчела так хороша. Не та, которая босс, а моя пчела. Моя пчела круче твоей пчелы, пчела. Пчелы против пчел. Пчелиный рой. Делаем билд на превьюшку. Пчелиный мини-рога. Бза. Тебе надо было бежать, пока ты мог. Я бы с этим поспорил. Пчела. Думаю, мы ее быстрее за счет яда убьем, чем пытаться убить этих автоматонов. Если я, конечно, смогу ее увидеть. Нет. Я был неправ, я сделал ошибку. Надо было бить автоматонов, слишком много фигни на экране. Много всего на экране. А, такой забег был, такая пчела. Понятно, это сложное возвышение. Руина? Я не знаю. Руина. У тебя две жизни. И ты должен не получать урона. Вообще. Здесь это сложная игра на таком возвышении, чат. Это тебе не какой-нибудь айз, где ты там наберешь все 100-500 хп и ходишь такой, о, я бессмертная фигня. Пойдет ли новая игра с этого стрима на ютубчик? Пойдет. Да. Мы все на ютуб выкладываем. Ну что, еще раз попробуем лучника, да? Фига себе, ты получил мертвого бога в айзеке, легкий, он говорит. Ну да, я говорю, легкий. Я просто не хочу в 800 часов играть в Айзека, чтобы получить мертвого бога. Так. Открыть персонажа выше. На него нужно 2500 душ. Надо накопить. Мы не играли за вот это, за клерика. Останавливает 3 сердца, когда заходишь на новый этаж. Типа билд на хпшку. Ну знаете что, давайте еще раз лучника. Я недоволен. Берем лучника снова. Сейчас пройдем. Окей, сразу интеллект выпадает. Такой сильный старт был.
В этот раз может, конечно, пчела не выпасть, но выпадет что-то другое. Какие-нибудь оружия точно выпадут. Все будет нормально. Айзек очень хорошая игра. Но, я имею в виду, Мертвый бог — это ачивка не то, что ты очень хорошо играешь в Айзека, а ачивка того, что ты 5000 лет гриндил все ачивки в Айзеке. Особенно в новом Айзеке, там слишком много контента. В какой-то момент в игре может стать слишком много контента. Сколько там сейчас персонажей в Айзеке? Там вот обычных 15 штук, да? И еще 20 штук этих альтернативных. 34 персонажа. 34 перса, да? И за каждого надо сколько забегов сделать с определенными условиями? Штук по 40 забегов разных, да? Там со всякими там сатанами, не сатанами, грид-модами, антигрид-модами. По 10? Если все победные. 10, если все победные, да? То есть 340 забегов, если ни одного поражения. Ну а если у тебя винрейт не 100%, а, например, 60%? Если ты игру знаешь, если ты точно знаешь, что делать, и знаешь игру, или смотрел все стримы по ней. 300 серий на YouTube не благодари. Да, и минус YouTube канал. Пока ты будешь эти 340 серий проходить. Гайд, как убить YouTube канал. Начни проходить Айзека с нуля в 2022 году. Окей. Алакрити. 30% скорость атаки. Ну, это вообще хорошо. 30% к ДПСу. Свагер. Каждая пятая атака будет гарантированный крит. И в... И рампейдж — это то, что 5% за комнату к урону. Ты можешь делать это два раза в неделю, сколько там серий по шпилю? Нет, не могу. Зачем мне это нужно? Зачем играть в Айзека, когда можно поиграть в какую-нибудь другую игру? Интересней? Вы уже все смотрели Айзека. Все знают его наизусть. Вы знаете, сколько там персонажей. Его все видели. Все уже играли в Айзека. 100 000 раз. Я в него уже играл. И вообще, зачем? Рампейдж дает много урона на боссе. Но моя логика: 30% скорости атаки дают урон всегда. И на боссе, и не только на боссе. Свагер. Каждая пятая атака будет критом. Я думаю, мы возьмем скорость атаки и не будем изобретать велосипед. Но знаете что? Скорость атаки говорит о том, что нам выгоднее не брать стрелковое оружие с перезарядкой. Опа, это что такое? А, мы выбираем предмет. Да, магический, ближнебойный или стрелковый. Level up. Плюс 3 ловкости! Еще! Да, еще ловкости! Йоу, бонус, прикольно. Ловкость. Мы тратим сердечко на ловкость. Это даже не обсуждается. Так, минус одна найденная бомба или 5% к здоровью врагов. Мы берем 5%, это ни о чем. Даже на боссах. Оружие ближнего боя или аксессуар. Мы, наверное, возьмем аксессуар. С прошлого
забега мы делаем очевидный вывод: не оставлять автоматонов, сносить их. Окей, давайте оставим одного автоматона с маленьким хп, проверим. Я ему оставлю чуть-чуть хпшки, этому автоматону. И мы сейчас чекнем, призовутся ли два автоматона или этот автоматон останется. Будут ли сейчас три автоматона на столе? Нет, не будут. Окей, на второй фазе будет два автоматона, а если автоматоны остались, то их лечат. Хорошо, это очень полезная инфа. Значит, на первой фазе автоматонов выносить мало смысла. Они все равно реснутся на второй. Вот на второй уже, наверное, стоит их зафокусить. Зелье лечения, кайф. О, браслет. 15% скорости атаки. Ну что, делаем билд на скорость атаки? Походу, да. И бомба или сундук? Нам нужны бомбы. Мы играем в Pass of Exile. Здесь нужно подходить к врагам, защитный купол, чтобы бить их. Аркада или кубик. Аркада — это, я предполагаю, машин, слоты, как в Айзеке. Монетки класть и ничего не получать взамен. Кубики, имбы. Кубики так сильные. Там рерол комнат, рерол скиллов выпадает, рерол оружек. Тупо имба. Это что такое? Позволяет изменить навык на другой рандомный навык. Прикольно. И оружие. Воу! Ядовитые серпы. Скелеты от ловкости и интеллекта. Дают бонусный шанс крита 5%. У нас, кстати, все еще 5%. А, но они плохие. Накладывают яд, но у них они трэшовые, минус 10% скорость атаки. Кунаи! Я убил на кунаи. Скилл от силы и ловкости. О, ломают броню. Со сломанной броней враги получают на 25% больше урона. Круто. Ну и снайперский лук. На 350% больше урона на большой дистанции. Окей, ну снайперский лук, понятно. Хорошая, нужная вещь, но мне интересно потестить кунаи. Мы их еще не тестили, нифига. Воу, прикол. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Окей, фулхилка нам не нужна, пошли сундук откроем. Ого, они крутые. Вот это жесть. Окей, ДПС у кунаев есть, мне нравится. Сундук за сердечко я не рискну открывать. У нас останется половинка. Амеду. У нас есть билд. Кунай плюс один. Пошли за золотом. А думаю, мы можем смело их на плюс три апгрейдить. И считай, что у них перманентный бонус 25% к урону. Еще один кубик на рерол навыков. Нам пока не надо реролить навыки. У нас чего? Один навык на плюс 30% к скорости, который меня полностью устраивает, да? Вот можно сейчас, если мы трэш возьмем. Да, мы можем заменить. Если не будет ничего реально крутого. Берем что угодно и потом меняем. Йоу, плюс два сердца. О, надо брать плюс два сердца. Это имба, даже не думай. Мне еще нравится вот эта беспощадность. Каждая третья атака двойной урон. Крутяк. Но плюс два сердца это... и сразу нам предлагают минус одно сердце отобрать. Либо минус 10% урона по боссам. Наверное, лучше минус 10% урона по боссам. Как бы обидно, но урона у нас сейчас хватает. А сердца... Ну, я считаю, что если мы долго проживем, то это будет хорошо. Окей, бронька нам не нужна, у нас хорошая бронька. Она каждый этаж блокирует урон. Окей.
Первый раунд босс файта мы игнорим. Автоматонов на втором раунде их сносим. Говорите, минус 10% урона по боссам? Как насчет примерно миллиард урона по боссам? С имбакунаями? Жесть. Каждую третью атаку со скоростью атаки тоже можно было взять, но хпшка, ее намного сложнее вкачать. Окей, намазка на оружие с огненным уроном на 10 комнат. Ну, инвентарь заполнится, мы эти намазки будем использовать. А еще лучше найти штуку, которая перманентно дает, чтобы делать намазки перманентными. И закрытый сундук, я не хочу тратить ключ, здесь обычно золото, бомбы, всякая фигня. Но зелье нам тоже не нужно. Хотя зелье лечения. Может, там еще зелье опыта бывает какое-нибудь. Я не знаю. Зелье лечения, у нас два. Окей. Круто. Теоретически их можно в бою использовать. Если поставить их на кнопочку и не забывать. Таверна нам сейчас не нужна. У нас же нет перка на бухло. Да, это было в прошлый раз. Пошли за золотом. Хотя в таверне вроде можно какой-то на оружие бонус навесить. А может быть, зря я в таверну не пошел. Там магичка бывает, которая на бонус на оружие вешает. И мы идем за ловкостью. Без вариантов. Даже если мне придется заплатить за это своей жизнью. Ням-ням-ням-ням-ням. О! А-а-а, не пускают! Бомбы нет! Сим-сим, откройся! Руина. В таверне иногда легендарку можно купить. А-а-а, окей, понял. Ну, значит, в таверну все-таки надо заходить. Кто-то завалил вход в таверну, гады. Окей, бомбы, спасибо, очень вовремя. У меня такое чувство, что мы с этими кунаями можем до конца игры проходить. Они так хороши. Магазин, чтобы продать вещи. Мы можем продать кубы, но это надо тратить бомбу. Я думаю, мы можем пожертвовать зелье на сундук. Если что, просто зельку захаваем, все равно место кончается. Что нам дали? Sacramental Bread. Святой хлеб. Дает 3 абсолюции. Абсолюция блочит следующее проклятие. О-о-о! Круто. Так. Ну-ка, положи пока вот это вот. Ням-ням-ням-ням-ням. Блок 3 проклятий, это прям вообще мне нравится. Значит, если увидим проклятый алтарь, автопик. Ну и мы все равно получаем проклятие каждый этаж. Вот, например, здесь. Честно говоря, я бы... Может, было не хавать пока, потому что на увеличение здоровья врагов проклятие не страшное, но... Места нет в инвентаре. Окей, аксессуар или оружие дальнего боя? Оружие у нас хорошее, но аксессуар у нас тоже хороший. 15% скорость атаки. Знаешь что, пошли за оружием. Окей, я забыл проверить, на какой кнопке у нас. Окей, если что, на тройке зелья. Если вдруг что-то пойдет не так. А по-моему, мы в порядке. Я получил урон. Мы не в порядке.
А, я уже сдыхал на этом боссе. Тут шипы, которые я не замечаю. Босс с шипами — это плохо. Я вспомнил. Да, вон они лежат. На полу. На это тоже нельзя наступать? На что здесь можно наступать вообще? Фу. Rebellion Dandelion, привет. Йоу, кальций. Увеличивает рост ловкости на 10 комнат. Окей, план такой. Мы едим одну зельку, берем с собой кальций. Этот лук можно выкинуть. Сломанный магический бумеранг. Скелится от ловкости и интеллекта. Окей, это весело. Урон у него в 100 раз меньше. Кунай лучше. Я не могу представить, что этот бумеранг будет дамажить нормально. Обновил, привет. Традиционно варлок проигрывает шипам. Что значит проигрывает? Делает контент. А то скучно будет смотреть, если все время будем побеждать. О! Мы, короче, вот эту штуку захаваем перед тем, как подбирать ловкость. Кальций. Сразу перед тем, как подбирать его, ее захаваем. Тогда бонус будет намного дольше. И надо попробовать в магазине найти плюс 3 ловкости, брокколи купить. Была бы имба. Нет, ловкость захавалась сама. Руина. Я стоял по центру. Руина. Окей, мы захаваем перед следующей ловкостью этот кальций. Ruin has come to our family. Шли алтарь, посмотрим, у нас есть лечилка, если что. Как обычно, блин. Подожди, где мои жизни? Че у меня жизни нет? Три кубика. Ethereal Dice, это которые ролят перки при левелапе. Три. У нас места нет для них. Хотя можно вот так сделать. Все-таки взять их. И у нас будет три рерола перков. Тогда на следующем уровне реролим перки по полной. Это что такое? Пистолет пиранья. Накладывает укус пираньи. Окей. Колода карт. Можно бросаться разными картами. Они разного цвета. Синие самонаводятся, красные взрываются, у желтых большой урон, скелится от ловкости и интеллекта. Или... двуручный лук электричества. Наносит урон электричеством. Скелится от ловкости и интеллекта. Я имею в виду. Все эти оружки магические, пиранья в том числе. Ну, от ловкости самый лучший скейл у лука. Пиранья звучит, правда, веселее всего. Нашей скоростью карты имба. Окей, чат говорит, что с нашей скоростью карты имба. Нам что-то придется потратить. Что-то придется... ну, надо съесть тогда эту штуку на ловкость. Давайте потестим карты. Было написано, что они разного цвета будут. Они почему-то все синие. А secondary action change card color. А какой у нас secondary action? А, я бомбу бросил. Что за... на правую кнопку мышки? У меня на правой кнопке мышки рывок. Подожди, а на какую кнопку я поставил?
Secondary Action. На V? Окей. Синие карты что? Самонаводятся, да? Красные карты взрываются. Желтые карты наносят много урона. Окей, это много урона. Я не знаю, больше ли это урона, чем кунаи, но они еще поджигают. Шли в магазин искать этот. Коса. Йоу, блид. Кровотечение накладывает. Сила, сила, ловкость. Но она ближнебойная. Увеличение магурона, нам это не интересно. Красная имба, окей, говорят, красная карта имба. Красные красиво взрываются. Но в комнатах красные явно покруче будут с масс уроном. А на боссе, наверное, можно включать желтые или синие. И мы можем продать несколько кубов. Я думаю, мы хотим продать вот эти кубы на рерол перков. Ну. А он не покупает кубы. Ну и нафиг ты тогда нужен? Козел. Кунаи я продавать не собираюсь. Кунаи и так хороши. Мясо? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, у нас три рерола. Нужно находить что-то очень крутое. Квикстеп. Когда ты доджишь, 20% скорости движения и атаки на 4 секунды. Не, фигня. Мультиплайер крита увеличивается, мы критами не бьем. Гренадер. Бросает гранаты периодически. Раз в 3 секунды бросает гранату. Трэш, реролим. О, no pain, no gain. 3 плюс 3 воскрешалки, но нельзя носить броню за этаж. Круто! 3 воскрешалки. Это на боссе, это на ласте так много. Воскрешалка пополняет 3 сердечка. Плюс 9 сердец на максимальном. На максимальном бою. Мы не носим броню, берем. Пофиг. Окей, сердца я тоже не отдам, пошли сюда. А, мы блочим проклятие же, да? Надо потестить еще синие карты. Самонаводка прикольна тоже. Пошли еще оружие поищем. Гаргульи, мы такие страшные. На боссе, наверное, самонаводка не то, что нам нужно. Наверное, эти карты тоже. Нам нужны желтые, нам много урона. Ай. Что-то на желтых не очень много урона. 600. А у меня одно сердце. Нам нужно было кунаи брать. Включи кунаи. Окей, карты трэша. Карты фигни. Кунаи в 100 раз круче. Почему я повелся на это? Это был обман новизны. Мы потратили воскрешалку. Наилучше. Все, ловушка. Окей, зелье какое-то выпито. Зелье, что оно дало? 10% шанс крита на 5 комнат. Автоматический арбалет. Ого. Но с перезарядкой. Плюс 2.
А, да, там же каждый этаж у нас три воскрешения. Ну тогда ладно. Окей, пошли полечимся все-таки. И арбалет много урона, но с перезарядкой. Перезарядка бесит. Да, карты веселые, но у кунаи намного лучше. Так, ключи или бомбы? Ну, 5 ключей. А, ключи выгоднее, я думаю. Ключи должны быть лучше. Подожди, а что мы их поджигаем? А, у меня намазка на оружие, да? Да. Таверна. Таверна закрыта на капремонт. Ты кто такой? Я настоящий солдат. Хочешь купить порошок починки? А, нет? Ты кто? О, улучшение оружия. Во, супериор кунаи. Плюс 5% скорости атаки, 5% урон. Имба. А ты кто? Это алкаш. Он спит. Я не буду половинку сердца лечить. Пофиг. Ну все, кунаи стали совсем имбой. Вроде 5% добавили, а такое впечатление, что 50% добавилось. Наверное, 5% добавляются к базе, и потом оно начинает скейлиться со всеми бонусами. А, от чего я получил урон? Я не знаю. А, было лечиться в магазине, да? Окей, это можно выкинуть, это можем продать потом. План: берем арбалет, высаживаем в комнате и переключаемся на кунаи. По-моему, кунаи уже лутно. Мы можем попробовать. Заходить с арбалетом, до перезарядки стрелять, потом переключаться. А ну сначала мы заточим кунаи на плюс 3. И теперь, наверное, она уже будет точно покруче арбалета. Мега кунаи плюс 3. О, еще сердечко. Не, арбалет реально много урона наносит. И это хорошая идея. Вы правы. Стоит заходить в комнату, стрелять из арбалета, потом переключаться на кунаи. Плюс сердце, спасибо, спасибо, спасибо. Редкий предмет экипировки. Ну пошли посмотрим. Я забыл это сделать. Маска доктора. Маска чумного доктора увеличивает скорость урона дотов. Типа яда всякого, поджигания. Но мы это не делаем, фигня. Фигня. Так, 5% увеличения здоровья врагов. Ничего страшного, берем. Хотя можно было взять с собой, но кубы, мне кажется, ценная, хорошая вещь. Кубы могут пригодиться. Окей, ботинки или аксессуар? У нас нет ботинок. Окей, сейчас зайдем к боссу. Высадим в него полный комплект арбалета, а потом пойдем на кунаи. А, этот, он еще бессмертие себе подрубает, понятно. И чашки призывает. Окей, весь экран на всякой фигне. Бери чашки! Слишком много ереси на экране! Он бессмертный! Перестань быть бессмертным, босс! Опять я пытался задоджить глазик, который за мной летает. Каждый чертов раз я пытаюсь задоджить глазик.
Он так отвлекает. Он такого же цвета, как атаки врагов. Вот эти кресты, они такого же цвета, как глазик. О мой бог, я опять умер. Меня отравили. Чем меня отравили? Камнем? Меня отравил камень. Подарочек. Нам выпал подарочек. Эльфийские сапоги. Плюс 3, 10, плюс 10 к длительности всех. Плюс 10 к длительности всех алтарей. Хороший подарочек. Только я теперь отравлен. Камень я не дам. Окей, у нас проблемы. Пошли за интеллектом. Будем думать. Я понимаю, что яд никак не полечить, да? Чат он подсказывает, сначала стрелять из кунаи, потом переключаться на арбалет. Сейчас что-нибудь найдем. Катана. О, чё? Так, двуручная катана. С кулдаун 4 секунды. Парирование. При удачном додже стреляет сильную атаку. Билд на парирование. Скорострельный лук какой-то. Это чё? Ледяной ангел. Лук скейлится от всего. Накладывает заморозку. Этот лук очень быстро стреляет. У него в два раза больше скорость стрельбы, чем у кунаи. Этот замораживает. В два раза больше скорость стрельбы. Ну, попробуем. Или заморозку взять. Не, давай, давай вот этот, короче. Сейчас мы арбалет положим и карты положим. Ого. Ну да, быстро стреляет. Ра-т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 а. Можно накидывать кунаи, а потом стрелять из этого лука. А мы, наверное, не будем жертвовать сердечко. Акула меня догоняет! Не, кунаи круче. Дайте мне лечилку. Это не лечилка. Окей, мы идем искать лечилку. Здесь будет два ключа. Магазин. Золотая маска. Плюс 5 к находимому золоту. Ботинки на скорость движения или на ману. Плащ. А мы не будем ничего из этого брать. И пойдем откроем вот этот сундук. Будем надеяться, что в нем выпадет, например, зелье лечения. Нет. Это... Чего? Это голодный голодное оружие.
типа кинжал. У него увеличенный мультипликатор урон критов, и урон критов увеличивается при убийстве боссов. Проблема в том, что у нас 5% шанс крита, и я не знаю, как его повышать. Трэш? Мамин нож, это мамин нож. Да, но у нас 5% шанс крита, я не знаю, как его повысить. Я так и не понял, от чего крит качается. Походу от интеллекта. Поэтому, раз у нас никогда нет критов, значит, и я никогда не качаю интеллект, наверное, это не совпадение. О нет, это акула. Кидай мне бомбу. Уровень! Быстрее, спаси меня. Уже что-то очень хорошее. Так, когда ты делаешь уклонение, 100% шанс двойного выстрела на полсекунды. Фигня. Плюс 2 выносливости. 2 раза дополнительных доджа. Круто, но мы ищем что-то покруче. Окей, каждая пятая атака будет крит. Мы уже говорили об этом. Типа, неплохо, на самом деле. Баллистика, 20% шанс сделать еще один выстрел. Или акробатика, уклоняешься от первого удара каждый этаж. Нам нужен урон. Второе, нам нужен урон, а не скорость атаки. Это скорость атаки. У нас есть большая скорость атаки, теперь нам нужно как-то... Акробатика сейвит, да, согласен. Акробатика нас сейвит. О, зелька. Акробатика это как плюс одно хп каждый этаж. Не совсем, но типа. Окей. 5% скорость движения уменьшения или 10% дегенерации маны. Окей, возьмем на ману штуку, потому что у нас нет маны. Помоги мне. Стрелковое оружие или броня. Окей, броня у нас хорошая. Она блочит тоже один удар за каждый этаж. Наверное, пойдем за оружием. Привет, Посейдон. Я Нептун, неважно. Не умничай. Посейдон с автоматонами это проблема, а? Его и так тяжело бить, а теперь они еще. О мой бог, мы получаем урон. Я только их побил, и они сейчас опять реснутся, у меня одна жизнь. Это просто безумный bullet hell. Да, помогите! Все выстрела! Как это доджить? А, я мертв! Не сказал бы, что безумный. Окей, чат. Это самая легкая игра. Нет, это не безумный Bullet Hell. Это самая легкая игра. Здесь не надо ничего доджить. Считаешь, что вообще выстрелов на экране практически нет.
Чат сразу такой: да, ты не играл в Тоху на 800 уровне, я там вот одним левым пальцем правого мизинца в Тоху прохожу, не получаю урона, и вообще я... Да, мне 35 лет! Вам 15, 14, у вас реакция в 8 раз быстрее, я посмотрю на вас через 15 и 20 лет. Как вы поиграете в такой Bullet Hell и будете такие: я все легко прохожу. Через 15 лет пишите мне, звоните, я тогда посмотрим. Я тоже, когда, блин, в универе учился, там в доту всех рвал, в дотку всех на районе и доджил. Все. Через 15 лет мы будем киберспортсменами. Через 15 лет вам будет 35. И вы будете... Фига у вас не будет реакции. Почему в киберспорте все нет 30-40-летних чуваков? Потому что у тебя снижается реакция с возрастом. И ты не можешь точно так же быстро реагировать. Киберпенсионерами вы будете играть в пошаговые карточные игры. Потому что на все остальное не хватит реакции. Тебе не 35 вчера выяснили? 34, окей? А, ну да, 35 нет уже. Нечего жаловаться. Пошли нового перса откроем. Какой-то бандит. Он грабит, наверное, всех. Находит дополнительное золото, когда комнаты заканчивают. Она что-нибудь вкачает. Что вкачать? Что тут есть прикольного? Это всякие предметы, с которыми ты начинаешь игру. Но это все одноразовая фигня какая-то. Типа три ключа, самая имба. По-моему. Здесь вообще ничего интересного. Всякие зельки на 5 комнат. Ключи самые лучшие. Окей, это что? Где тут какая-нибудь имба? Я хочу хорошую метапрокачку. О, рерол. О. Реролы скиллов, это хорошо. С днём рождения, варлок. Да ну вас в баню.